Свен появляется для Team Liquid. Ну хорошо, друзья, хорошо. Liquid сделали свой ход, берут себе Свена. Необычно. Да, кстати, Тайга еще, что он очень хорош на Энигме. Здесь драка начинается, и Ликвиды близки к Ферстбладу забирают у нас Микки Ферстблад. Да, еще самое интересное, что Свен делает ФБ это. Так что вопросов нет, он Койква начинает у нас выкачивать. Ой-ой-ой-ой-ой, Квин. Умирает Квин. Но может сейчас на Койку разменяется, возможно. Да, почти умер. Там урон колоссальный просто какой-то был. Почти забрали у нас и возможность убить. Подожди, тычку сделай боксе. Бочку, тычку делай боксе у нас. В итоге, что по свормам? Там Фурион уже летает на встречу. 2-5. Ну, хотя бы разменялись. Хотя бы что-то получилось уже. Микки. Микки нажимает Warcry. У нас подходит сюда Квин. Врыв на Микки. Хорошее убийство может быть. И забирает Микки. Сейчас еще и Инсейни заберут. Минус Инсейни. Шикарно. 5-5. 5-5, друзья. И еще и стаки сейчас заберут они эти. Нужно... А как защищать? Один боксе. Сам еще и боксе сдохнет здесь. Нужно осторожнее быть. Приходит Койква. Ну ладно, поинтереснее. Там Тайга. А Тайга-то с Блэхолом врывается у нас в боксе. Боксе, если сноубол, сноубол есть. Тайга подтягивается, но боится сильно. Мидноимпульс такой зонище. Кинжалик. Минус боксе. Это уже 6-5, кстати говоря. И Койква выкачивает здесь ХП. Не ХП, а... Урон у нас и пошла мстя. Ну тут астрал степ есть, если что, да. На боте. Ну убивают почти Фуриона, но не убили, подожди, его он выживает. И тут Койку забирают, там что-то Тайгу убили, убил, кто это? У нас тут ДП на пару с Квином, да, они разобрали. Ой, один, вот это уже все, вот это уже опасно начинается. Так, Микки. ГДС нажимается, врывается. Ну там Гост Скипетр хороший очень, который позволяет спастись. И Форстафик зачет и пятибальный был. На разворотике влетают. У нас как-то не очень удачно Квинси Крю. Тайга потратил свой блинк, если что, держу в курсе. Тайга пока без блинка, боксе не получается забрать. И нарожка пошли они. Ну там-то блухол есть, но там-то есть блухол. И сейчас можно сделать красоту. Они, как, посмотри, они стоят вместе, все расходятся. Разошлись, Тайга ждет момента, чтобы ворваться. Подставляется у нас опять ДП, но опять же байт от Свена. Есть госкепитер, Тайга ждет момента, не врывается пока что. Кастуется Новый год, зонище неплохой. Сайленса сбить нету, в КД он находится. Прыгает на боксе, боксе может получится убить. Боксе сноубол пока выживает. Тайга все ходит, ходит, не врывается. Ну давай, Тайга, ворвись. Пока нет, размен один в один. Ну, кстати, убили у нас Явара, минус Явар. Красные все ликвиды, потому что потратили много ресурсов на убийство Явара. Но вроде бы Микки выживает. Полетел опять земля, получает кучу станов, кучу контроля. Команда его не поддерживает. Это будет минус еще на один от ликвидов. Это 14-12. Это все без Блэхола было. Свои хулиганские действия. Начинают пуш скан, дают ликвиды. Кстати, и ликвид выходит с макак. Интересно, а? ДП, у нее есть гост. У нее есть гост. Она может какое-то время пожить. Но, по всей видимости, ПМО оставляют или нет? Ее оставляют, да. Все, оставляют ДП. Это минус. Подожди, почему Квин подошел? Квин ошибка, если он сейчас умрет. А Квин нужно пытаться отойти. Малифайс по нему работает. Астрал степ крит. 1500 вылетает с дабл дэмэджа. Но Квин еще один астрал степ. Погоня за Квином. Доберут ли его, не знаю. Ага, ветра нажимает Квина, какое-то время еще будет жить. И умирает Квин. Ошибается, серьезно, подошел. А там у нас Фурион, а там у нас Фурион. У него есть БКБ, он может репорт нажать. Да. Фура. О, подожди, пришел Бокси. Ну, у него еще телепорт один есть. Бокси почти, почти, почти. Это было близко. Остается тир 2 одна вообще на топе. Ой, в виду у Team Liquid. И все. Ну, форум помогает, конечно. Так, врыв на ДП. Гост нажмет ли? Нажимает сифончики. Стан ловит, забирает боксе очень быстро. Плазма минус ДП. Разбит 1 в 1. Сайленс по Микки. Команда нужно поддерживать. Помогает срочно. Ужасно. Опять позиционка. Где поддержка вся? Там Койква нажимает БКБ. Прожимает себе БКБ. Кто может тычку сделать, нужно делать по ней. По Фуриону. Тут у нас забирает Инсейню. Земля красненькая. Но, возможно, сможет уйти. Не сможет. Нет. У Квинси проблемы с позиционкой, прям жесткие вообще. Очень интересно, нет, там кто? Там опять бокс далеко полетел сейчас. Хотя он не один, он с Микки. Микки начинает кайтить, но у него есть БКБ, если что.
Он его может нажать. Вот Тоги кинжал. Тайга, Тайга, давай, покажи класс. Тоги, Тайга выблинковывается. Микки пока выживает и рассыпается просто без шансов. Здесь земля. Дерется до последнего. Блэхо. Ужасно, ужасно. Все у Квин Тигрю. И поставляется Квин. Минус 3 делает Тим Ликвид. Микки красный, где он? Вот он, но его не убивает. Это минус 4 от Ликвидов. Квин Тигрю. Ужасно играют именно в замесах. Тут заходят сами Ликвиды в рашпит. И смотри, как быстро падает он под медалькой, под ГДСом Свена. Рошан просто рассыпается, нажимается экзорцизм, полетели. Рошана пытается сейвить. Микки выбегает. Тайга стоит, ждет момента, чтобы ворваться. Койко в БКБ. ДП пока на себя байтит. Неплохо, кстати, время выигрывает. Нашли Тайгу. Тайгу пытается просто отлично себя. В итоге умирает. Земля выкупается обратно в игру. Ликвидов отсюда отогнали. Но Тайга, блин, сейчас появится. Но Егис поднимает. Явар забирает себе сыр. Все-таки получается это сделать. И теперь можно БКБ, пока БКБ работает, но все, 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 БКБ кончается, нужно уходить. Отсюда Квинси. Старается Квинси очень сильно. Так, там Микки, про Микки знают, на него напали. Очень быстро напали, но прыгает в инсейню. Явара забайтили, Явар глубоко пошел. В итоге Эйбисо пытается Микки убить, выживает Явар, Микки тоже живет, само собой. Первая смерть у Фантомки. Так, там Тайга, Тайгу начинает пытаться как-то убрать. Блэхоу не достал до Явара, Блэхоу не достает. Микки красный, сейчас после Блэхоу будут врываться. Блэхоу неудачный, Микки забирают. Минус Микки, минус Тайга. Минус 3 делают команды, Квин Цикрю каким-то образом невероятно просто. Квин пошел на Койква, Койква, ловушка сейчас будет. Много БКБ есть, бокс закатывается просто на тебя внимание, чтобы Койква ушел. Минус 4 должно быть, подожди, кто это сделал? Кто? Что ты сделал сейчас? Он в боксе за сейву случайно мискликнул, видимо, кнопкой. Но минус 3 в любом случае делает у нас команда Квин Цикрю. Ой, вот это пот, вот это потнейшая просто игра. 3200 поднимают Квинси по голде. Но если бы Аегиса не было, Фантомка бы так не вырывалась глубоко. 25 секунд остается, но Блэхоу нету 77 секунд, это знает Квин Цикрю, но у них нет Аегиса. Вот, это важно очень. Если сейчас они сделают мега-крипов, то, наверное, это... Ну, шансы будут слишком велики, а скорее всего не сделают сейчас этих мега-крипов. У них байбеки есть. Они даже, в принципе, могут суициднуться, они не врываются драться. Смотри, пошли драться. Бокси работает, у нас у него фликер спасает. Его падает третья сторона, они забирают ее, да. И тут даже Явар, в принципе, умереть может, если что. Но у него будет байбек. Но посмотрим, умрет ли, умирает. Явар, главное остальным уйти. Мега-крипы есть. ДП умирает. Мега-крипы есть. Но это с Фурионом мега-крипы. Рошан, 30 секунд остается до рошек. Там, это же будет третий рошек, да? Да, там будет рефрешер или аганим уже. Опачки, интересно. Ну, байбек есть у всех у Квин Цикрю. Ну, ликвидов есть только 3 байбека. Микки ворвался на ловушку, прям сел. Микки не повезло, бокс вырывается, ворвался, спать пошел, прыгает Квин. Начинает заметить суету наводить, и Тайка Тайгу не видит. Пока что Микки урон страшнейший. Спасается пока что земля. И, возможно, даже спасется, нет, спасается, выкупается обратно в игру. А Микки под ГДС бегает, Тайга пока ждет момент хорошего для врыва. Здесь что? ДП очень долго живет на самом деле, но вот ее забирает. Выкупаться тоже, наверное, нужно. Тут прыгает Квин, там прыгает БКБ, Фурион начинает бить. Фантомка боится, просто раскидывается кинжаликами, и все. Вот он Тайга. Ну вот, кончается БКБ у команды Ликвид, и просто Квинси начинает их добивать. Пошел процесс добивания. Минус Бокси будет. Бокси забирает, минус Инсейни, минус 2, выкупается обратно в игру. Поймали Койку, минус Койку, Койку с Бэбэка выкупаться можно тоже. Там уже 4-4 от нас уже почти упал. Забирают земля после ББК в таверну. Наверное, Квинси нужно сюда отойти, скорее всего. Еще сейчас ДП может умереть. Кстати, это будет регероя в 5, получается. Но Квинси останется всего лишь... Там тир-4 стоит. Явар про него знает, но он нажимает телепорт. Успеет ли ему сбить его? Не успевают. Явар улетает. Было близко очень. Рошана, кстати, могут забрать сейчас ликвиды, пойти попробовать. Рапира и дабл дэмэдж. Урон колоссальный. Просто в трон нужно идти. 20 секунд до глифа, да, у них? 20 секунд до глифа. Как-то будешь пытаться кайти. 30 секунд до саппортов. Не знаю, будет, что Ликвида будет делать. Фурион уже на базе, там уже тром падает. Фурион уже на базе. Не знаю, что делать Ликвидом, я правда не знаю. Там поймали Фантомку, убили первый раз. Фантомка минус, у него есть байбек. Тайга с Блэкхолом врывается, конечно. Сейчас выбит байбек из нее. Минус Явар, ну там трон падает. Там Койква хулиганит, заставляет. Ой, что происходит? Все, улетает Ликвид из базы. Улетает с базы, умрет ли Фурион. Умирает, но он с байбеком. Он без байбека. Где деньги, Фурион? Байбека нету у Фуриона. Трон стоит. Где деньги, Фурион, ё-моё. Так, пошел. Ликвиды его оставляют. Ага, они забайтили на Квина, типа. Который, кстати, без байбека. Да, который без байбека. У него денег нет на байбек. Ой, инвалидус.
Или это, возможно, специально было, не знаю. Но... Да быстрее бейте его. Это Бокси. Это минус Бокси. Все, все ништяки здесь. Собирайте быстрее. Собирайтесь, курьер прилетит. Заберет вражески. Рефреш, сыр собрать, уйти. А там, смотри, бегут. Ликвиды бегут, врываются, ликвиды, посмотри. ДПНД срабатывает. А вот земля. В ГОСТ есть, можно нажать. ГОСТ не нажимает. ГОСТ нажать, ага, НД срабатывает. Ну, земля с байбеком. Ладно. Так, тут сейчас, слушай, интересный момент может произойти. А там рапира у Микки. Ну там Тайгер спиной стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Тайгер, блэкхолс бить нечем. Ладно, смотрим, пошли массовые телепорты. Драка начинается, убивается первая Егис. Тайгу, если убит, будет хорошо. Тайгу убьют, минус Тайга, Микки выживает. Самое главное, Тайга, конечно, выкупается, у него рефрешер. У него будет еще один блэкхол. Явар теперь без Аегиса прыгает на ДП. Где команда? Команда далеко. ДП одна, ГОСТ нажимает, пока живет. И квинсы боятся врываться, по всей видимости. ДП очень долго, на самом деле, живет. Подожди, врывается в Микки. Как же больно, как же больно бьет. Так, увидели Явара. Явар с байбеком, помним про это. Он прыгает, вырезает инсейню. Тайгер блинковывается сюда. Там фрэм полетел за спину. Нужно Микки как-то ему рапиру выбить, постараться. Не знаю, как получится или нет. Койква в таверну, минус Койква. Койква с байбеком. Поймали Микки. Микки больно. Микки бьют. Микки сейчас рапиру. Тайга, блэкхол! Тайга! Тайга что делает? Посмотри, выбирают все просто. Квинси Крю, но у них есть байбеки у коров. Земля тут пытается играть, но байбеки есть у Квинси Крю. И они могут сейчас выкупаться, если они выиграют замес. Там что? Там трон живой. Пошли байбеки, все, выкупаются все команды. Просто байбеки все, на все бабки гуляем, пацаны. Вот это дота, блядь, я понимаю, мажор. Начал пушить просто-напросто, и все. Крысич дота уже включает. Поймали Бокси, Бокси ГОСТ есть. Но Люфар снимает его. Бокси пока живой. Прыгает Микки сюда. Отступает Квин. Фантомка раскидывает. Кинжал полетел. 70 хп остается. Бокси выживает. Там кто? Минус Бокси. Бокси забирает. Прыгает Явара. Ибисон нажимает. БКБ. Явар минус БКБ у Явара, кстати. Микки бежит. Микки бежит, но осторожно. Пока трон не трогает. Пока трон никто не трогает еще. Квинси до последнего, до блэкхола осталось 60 секунд, минута целая, Микки ГД скоро кончится. Уже все равно кончится, рано или поздно он. Явар очень боится, здесь врыв на земля. Земля, ГОСТ не нажимает, минус земля, без байбека. Трон начинает пытаться бить, не получается. Квинси, возможно, сейчас просто уйдут отсюда, я не знаю, что они будут делать. Хекс поймали, Микки могут убить, сейчас рапиру выбить, минус Микки. Выкупается он, рапиру, кто рапиру поднимет, рапиру поднимает, Микки его просто форстафует, все, умирает, земля падает, ДП тоже сейчас. Минус ДП, минус 2. Делают минус 3, минус Фурион, и все, нужно убегать к Квинси Крю. Не получается игру закончить против мегагриппов, у них бегут на базу. И денег нету, нету байбеков ни у кого вообще. Это будет драка сейчас в 2 в 5, они могут пойти и закончить эту карту. Фантомка уже здесь, крипы уже здесь, фантомка здесь, крипы здесь. Ой, там где, что там, что происходит? Там что происходит, не понимаю. Улетает Явар, Явар улетел, да, все, они улетели отсюда. Они улетели. Крипы начинают пушить трон. 60 секунд. И почему Явар улетел, я не знаю. Ладно. Тут что? Квин пытается развлекаться как-то. Тайга уже с блэкхолом, если что. Тайга сбивается. Линка падает. Первая тир 4. Все, это ГД. Это GG должно быть. Ликвиды должны это выиграть невообразимо. Просто игру должны сейчас закончить ее. Если у них глиф, я не знаю. Глиф у них есть, если что. Врывается фантомка. Ну там блэкхол. Все, до свидания. Пиздец просто. Как они это сделали? Я не представляю. Просто фантастика, а не игра. Ну, хорошо. Хорошо, без вопросов. Это будет интересно. Лондрид все-таки заезжает. 30 есть, 28, 20 там. Чатик смотрит. Так, на Тайгу у нас нападают. Тайга, шарды. Хватит ли урона? Хватает. Квинти забирает ферстблад. Миги у нас пока что с пятым уровнем. Пошел врыв на него, кстати. Ну, не знаю, заберут ли. Нет, забирают просто Полсона и все. А Микки с вормой есть. Стики нажимают Микки, выживает Микки. А в миду Койк его сразу забирают. 2-1, там еще красный, кстати, у нас. И Ник быч на боте. И это будет 3-1 за ликвидами. Да. И самое интересное, вот куда, как будет. С прошлым годом вместе будет призовой фонд, да, в этом году. Или как? Ну, в общем, крайне интересно будет. Так, там у нас скатывает сейчас на Койкву. Койкву поймали. Шарды Койкву забирают. У нас минус Койква. Так, тут Квина убивает. Красная. Энигмыч минус Энигма. Ну, в июне, короче, мне подсказывают, будет мажор, да. 2 июня будет мажор.
Так, на что Полосон? Больно, минус Полосон. Пытаться. Команда пока, ну вот, начинает поддерживать помаленьку его. Попытка бокса сейчас будет убить, но там Инсейни стоит с фолспромосом за спиной, если что. То есть он будет сейвить. Нужно Инсейни сначала убить. В итоге Инсейни понимает, что умрет, дает фолспромос по боксу. Бокс зажат, кстати. Интересно, хватит ли ему хп? Ой, ты шо? Там уже пошел урон, Микки пульт снова работает, но есть у меня сорт по Микки минус Микки. Забирает его в ответ, красиво, пока для Квинс Клифф складывается здесь, неплохо. ДП Ветра отправляет полетать немножко чекрамчик, чтобы замедлить урон нанести и уходить на темперчейни. Пытается медведя догнать, шарды медведя заберут, если еще один есть, если что. Ну и Куэйк его перепризывает сразу же, в ту же секунду. Ладно, пытаются у нас ликвиды снова подняться. Нужен Койко, наверное, для этого всего. А Койко у нас там... А, не Евара убили в миду, ё-моё. Тут Микки, Микки. Ну, он с Аегисом. У него есть ветра еще. Он может пошить и нанести много урона на самом деле. Фелспромос получает, не дает Аегис. Нет, 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 нет. И сейчас сюда уже Койко придет. Пошли какие-то байбеки, забирают боксы, минус боксы, выбивается. Аегис... Койква? Нет, удара не будет с первого здесь. Сплитпушем, кстати, успешным на самом деле. Но вот, попытка номер 3 от Ликвида подняться. Мне кажется, не рано поднимаются очень, почему-то. Могут за это поплатиться. Так, Инсейни есть фолспромос? Есть фолспромос у Инсейни. Мишка, кстати, Койква очень быстро засыпается на самом деле. Вешается на него лотус. Разворачивается медвед. Но там есть новый у Койквы, если что, первый умер. Так. Тут бокс пытается фокусить. Боксе больно. Боксе зажат. Там у меня слышит Микки. Микки получает фолспромос, забирает Инсейни минус Инсейни. А, ликвиды слишком торопятся. Они прям вот у них, знаешь, цель прям вот забрать ту вышку, но рискует сильно. Квин выживает. Квин живет. И, наверное, ликвидам нужно уже отходить сюда. Все, пора. Икс-ти Микки сюда, по идее, не уйдет. О, выхольчик. Неплохо. Вопрос задал свой. Так, у нас... Начинается файт, в итоге лотус омнислэш, ошибочка от Квин Секрю, ошибочка от Евара. Блэхольчик есть, пока дать не получается его, но забирают Тайгу, минус Тайга, и никого не убили Ликвида, что самое интересное. Инсейни умирает, вот этот фолспромос, в итоге минус Инсейни, Мишка красная. Ай, Блэхол пошел, вот это красотища от Квин Секрю. Минус Микки, Микки забирает у нас, Койква в таверну, минус Койква, это фул вайп, зим вайп. Да, это минус 5. Я был в шоке. Так, там у нас... и драка начинается. БКБшки... БКБшки работают. Тут у нас цепляет Микки минус. Микки, Микки забирает. Минус 2 делает Квин Секрю, кстати говоря. Такой Койко наваливает. Ну, забрал хотя бы он Тусика. Слушай, это вот сейчас наказывают Квин Секрю за ликвид, за их вот нетерпимость. Слушай, бутылки я в детстве сдавал, знаешь, сколько я на этом поднимал? Там у нас что, поднимают на Тайгу, Тайгу поймали, Тайгу забрали. Шива пошла, сифончики раскидываются. И... Как-то пока все. Просто Квинс пытается гнать ликвидов. Так, а ликвиды разворачиваются. Квин БКБ, хорошая реакция у него была сейчас. Пока идет, накачивает он кучу урона. Нужно Койку пытаться бить. Пошел мне слэш. Койку инфелспромес. Блэхольчик сбивается просто в секунду. Все, под... ну Койку должен лопаться, конечно. Там урона куча в него залетела. Просто невероятное количество. Минус Койку, минус 4. Бокс остается один. Только одна Энигма у нас подохла. Правильно же? Да, правильно, одна Энигма. Даже минус 5 получается. Там же выкупалась Тайга. Бокси, 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 Варлас Панч. А не конец ли этой игры случайно? Я извиняюсь, опять в лотус, ну это свифт флэш был. Благо, но Аквин пока занимается делами. Там байбеков нету просто у ликвидов. Да, наверное, это все, пацаны, скорее всего. Это 1-1. А могло бы быть 2-0, Квин Секрю, да? Могло бы быть 2-0 спокойно вообще. Камон. Камон, пишет бокси. Камон. Так. Камон.